Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 6. Так, ну и, как вы помните, нам тут осталось, похоже, захватить один замок всего-то. Всего-то лишь. И будет счастье. Сейчас мы ждем, пока этот говнюк на нас пойдет. Ну, собственно, да. Одно немного подкупим. Как угроза. Небольшая. Ну пусть замки нападают, хули. Куда этот черт пошел? Ход? Обход, да? Так не пройдет. Ну отлично. Всех, кого надо, скупили. Кекс. Низкая. Тут все скуплены. Ну ладно, давайте попробуем еще разок. Возьмем конюшню. И вперед. Вперед пойдем куда-нибудь сюда. О, циклопы. Циклопы — это что-то, наверное, квестовое. Но если не квестовое, то неплохое. Ну не, мне кажется, мои доспехи круче. Слезки еще подняли. Неплохо. Так, ну тебя я пока оставлю. Опа, он выжил из своего этого. И проиграл. Вот ты лох. А мы зашли и победили. Супер. Ну блин. Чё, я не могу из этих... Блин, я же с них не могу тыкаться. У меня есть пузырек. У меня же был где-то пузырь с маной. Ну ладно. Стрей бы дошел уже так. Эх, все у нас гибнут. Остаются только три отряда. Так, на конюшню забежим. И дальше в бой мы побежим. Так, а чё со посвящение слез мастер слез нам дали. Ништяк.
Нормально. Чей-то урон в размере 36. Неплохо. Ну и поехали сюда. Да ты издеваешься. Блин, я не хочу на них нападать. Можно я не буду на них нападать? 400 висталок. Туристов и ставок не хочется воскрешать. Хотя с другой стороны, наверное, 400 висталок это не так много. Ну, по цене. Я просто не знаю. Ну давай, насчитай по... Сука. А если я вручную попробую? Что у нас из войска есть? У нас неплохо так из войска есть. Вон рыцарей два раза больше. Но блин, у него и виставок дофига. Нет. Тут, конечно, мы немножко промахнулись. Ладно. В следующий раз. Значит, надо немного войска еще подкопить. Но это его последний замок. То есть бежать ему некуда. Мы его там в любом случае прижучим. Плохой щиток. Надо подождать, пока он выйдет на нас героем, наверное. И будет отлично. Да блин, ну какого хрена? А, это я и ходил. Ну чё за нафиг? Зайди в замок. Тут никого нету. Плохо. То, что тут никого нет, это плохо. Ну чё, ждём? Ага, вот и говнюк пошел. Как раз новая неделя для меня и старая для него. А почему я не могу базовую раскрутить? А вот могу. Небольшая.
Не, ну пусть нападает, хули. Вот говнюк. Не, ну победа. Потери небольшие, в принципе. Че, еще недельку посидим, наверное, да? Хули, у нас войско с 4 замков прибавляется, у него с 1. У нас явное преимущество. Низкая. Блин, он объединил, что ли? Нет, небольшая низкая. Ну что, давайте попробуем еще раз. Я вот сохранился. Посмотрим, что из этого выйдет. Атаковать. Ну, тут первые потери, фигня. И сразу, блин, высокая. Игорь. Игорь, ты что творишь? Походу, Игорь непобедим. Победа! Один в дальности. Ой, фигня. Игорь, подобно Джорджи, ты восстал в защиту своей веры в Элата. Так. Слезы. Я прощаю тебя. Барон Джорджи заплатил большую цену за всех последователей Элата и заплатил дважды. Но если ты опять ослушаешься меня, я подарю твой замок инквизиторам. Почему они ничего не говорят? Время дипломатии прошло. Пришло время переломать кое-кому ноги. Раз они не хотят преклонить перед вами колен, пусть хотя бы не могут стоять. Они мне не враги. Это же мои бароны. Твои бароны. О, шлем стража. Хорош. Ну-ка, дай-ка мне на голову надеть. Ой, фигня. Да ёптить. О. Блин, какого хрена у тебя не стоит? То, что мне надо. Дарь воскрешения. Вот мы узнали, сколько стоит, блин, все это дело. Не, ну хули, тут надо торговаться. Надо торговаться, тут надо продавать. Вся наша армия. Это вся наша армия, в конце концов. Так, ну что, отлично. Остался один путь. Давайте этих феечек спинаем. Чтобы уже было. Так вот сделаем. Отлично. Что еще осталось? Не так много на самом деле. Я бы вот хотел, чтобы для галочки вот сюда сходить. Можем тут поставить портал и быстренько туда слетать, наверное. Что, 9 маны нету? Есть. В чем проблема? Или я не... А! Все, вкурил. Да блин. Все, теперь нормально. Давай. Купить нечего. Блин, почему тут... Ах, мы замок даже тут не до конца отстроили. Вот я даю. Так. Ты опять, блин... Ч
черт знает куда идешь. Атаковать. Нормально. Атаковать. Пойдет. Отказать. Так. Че, маны нету? Ладно, пешочком. Так, спокойно. Мы тут разве все отстроили? Да, этот замок в галку. Ой, а тут можно светлячков запать. А чё раньше никто не сказал? И почему именно только в этом замке? Странно. Ёптить. Все. Армия есть. Армия есть. Вся карта зачищена. Почти. Ой, а тут может быть серафимов я смогу нанимать, если этих убью. Ух ты ж ё. Атаковать. Вообще пофиг. Что это такое? А, это оружие династии. И этому задание выполнили, побочное. Отлично. А я все думал, где оно, где? Все, ну вот теперь точно можно смело считать, что вся карта наша. Но если где-то пропустил какого-нибудь одного гоблина, то уж не побегу за ним. Так. Да ёптить. Чего у тебя маны никогда нету? 25 маны. Сколько у нас в день восстанавливается? Нормально. Опять надо менять. Не, серафимов не могу строить. К сожалению. Так. Так. Все замки в галочку. Отлично. Новая неделя. Но я думаю, можно смело идти. Чё? Чё тянуть-то? Смело можно идти сюда. На разборки. С циклопами. Бля, как-то странно он побежал. Ну ладно. Мы ж могли тпхнуться. Да ну, пофигу. Я что-то протупил. Да и ладно.
Слушайте, мы тут рядом с замком. Последнюю армию возьмем. Там же наверняка нараться придется. Так вот. Пойдем. Не знаю, хватит ли того, что у нас есть, чтобы там всех размочить. Она знает секреты безликих. Раскрой суть головоломки. Какой в пизду головоломки? Что угодно, только оставьте меня в покое. Я, собственно, всю игру прошу, чтобы эти больные не доебывались. Ай, пофигу. Что у вас тут? Радужная жемчужина. Фигня. Пусть поднесет немного. Поднесет немного армии. Окей. Окей. Блин, как много потеряли. Пять ресурсов вкладывать. И сюда. Дай. Так. А чё, тут нельзя пройти? Ну ладно. Ну, у нас герой, конечно, дает. С такой армией пойдет. Что? Матушка, ты? Откуда ты? О, герцогиня Кейт, воительница Маласы, рыцарь Ордена Дракона, она поможет нам. Тихо. Мне надо поговорить с сыном. Вас я слышать не хочу. Ты слышишь мои голоса? Меня они преследовали в детстве. Я решила не слушать их и прожила жизнь, полную лжи и обмана. Эти голоса, что... Кто они? Да, тебе надо это узнать. Иначе ты будешь мучиться и загубишь свою жизнь. Сфера конфликс. Здесь тоже был Антон. Найти скрытый дом. Здесь был. Скорость, блин. Полезного нету ничего, как обычно. Пишут всякую фигню. В смысле 2500 опыта? У тебя ж максимальный.
Я гений, ребята. Я просто гений. Хожу, мражу. Черт не знает, каким героем сюда приперся. Непонятно зачем. Огонь и вода, Аркад и Шаласса. Один дракон не может быть без другого. Усвой это, или тебя ждет жестокая смерть. Атаковать. Фигня вопрос. Воздух и земля, Иллат и Силана. Когда их одинаково уважают, восханет царят мир и процветание. Усвой этот урок, или умри в невежестве. Атаковать. Какие вопросы? Свет и тьма. Иллат и Маласса. Они были первыми детьми Асхи, и их вечная борьба устанавливает рамки для всех нас. Матушка, я не собираюсь вступать в Орден Дракона. Я пытаюсь найти убийцу отца и понять, что это за проклятые голоса. Матушка тоже похожа того. Знание бездонное просто. Читайте Сихином какие-то перед битвами. Абсолютная правда только невежество. Чё чай несёшь, мать? Убить всех и все. Вот и делов-то. Нет, сидит какую-то хуйню читает мне. Ты погоди, я тут кристаллы соберу, у тебя валяются. Не надо. Ага. Подождешь, ладно. Не торопишься. Ургаш и Асха, брат и сестра. Дракон хаоса у демонов и наш дракон порядка, разделенные на все века, но танцующие в унисон. Покажи мне своего внутреннего дракона, сын, или вернись в ничто. Ты убил нашу сестру, маленького ангела. А я маленький демон. Тебе следовало убить меня. Кирилл! Он стал демоном! Хаос такая же сила, как и остальные. Она может быть в руках друзей или врагов. Суди по человеку, а не по дракону. Атаковать. Свидание. Все. Ворота теперь открылись, да? Джорджи, я понимаю, почему ты так поступил. Но мне надо убедить тебя, что я изменился и что теперь земля в надежных руках. Хорош. Так, F5. Чё по армии? Все плохо. Голоса. Это души замученных ангелов. Да. Они не могут уйти к Асхе. Я не знала, как им помочь, и закрылась от них. Если ты будешь им следовать слепо, они сведут тебя с ума. Голоса не знают, почему они все еще здесь. Эльрат, твой внутренний дракон. Они его дети. Ты можешь найти ответы. Они не знают, кто убил отца. Я спрашивал их. Они привели меня к тебе. Я сделала для тебя все, что могла, как рыцарь Ордена Дракона. Но скажу тебе еще одну вещь, как мать, которая скучала по своему сыну. Ты достоин, Антон, и ты победишь. А почему ты сама не примешь участие? Мой дракон Маласса. Ее ответы лишь рождают новые вопросы. Ты же сын Грифона. Если сомневаешься, следуй своему сердцу. А ты не знаешь, как отправить мертвого барона обратно в могилу? Все страдающие души ищут одного, чтобы кто-то снял с них груз, и они смогли бы с миром отправиться к Асхе. Хорошо. Я тебя понял. Так. Так. А где наш этот-то? Тут же был. Вот он. Вот так вот занесем немного войск себе. Ой.
Нормально, нормально. Так, что у тебя тут незначительное? Поехали. Как тут? Ух ты ж, ё, высокая. Мать твою за ногу, а. Давайте попробуем, чё. Пять тысяч. Ёб твою налево. Заклинание воздуха. 7000. Ёптить. Я так чисто зачистить на самом деле. Приведем тебя к нашим душам. Освободи нас от воспоминания безликих. Угу. Блин. И тот замок. Ой, иди нафиг, а. Так нечестно. Так нечестно. Надо еще пару недель подождать, получается. Ну, потому что там... У того чувака тоже высокая опасность. Хули нам там делать? Высокой угрозой. Так, ладно. Что-то я не думал, что у него там такая армия будет на самом деле. Ну, давайте попропускаем немного, чё. Чё еще остается делать? Сейчас вот раз неделя. Неделя жизни. И вот сейчас два будет неделя. Хули. Хули еще остается. Можно ресурсы все, в принципе, слить сейчас. Я не думаю, что мы будем что-то строить. Так, ну и как теперь у нас угроза? Серьезная, низкая. Еще что ли недельку подождем? Давайте еще последнюю недельку. И пойдем в бой. Так, куда нам надо? Нам надо сюда. Пойдемте сюда. Мы, кстати, могли тпхнуться, но я забыл. Чтобы мы могли тпхнуться. Поэтому мы идем так. И
А еще я хочу убить вот этих тварей. Личей. Ну или попробовать убить. Чтобы уже вся карта была зачищена. Блин. Бил личей, стала высокая опасность. Это я красавчик. Так. Ну блин, ну... Да просто хочется уже всю карту дочистить, а тут такая лажа. Ой. Так, продолжаем. Я тут немножко армии подкопил еще. Да ты издеваешься, 1000 моих этих. Скотина. Тут я все зачистил. Все. Остался финальный бой. Возможно, мы даже с такой армией справимся. Посмотрим. Победа. Ладно. Сейчас будет попытка номер два. Так, попытка номер два. Точнее, какая уже? Вторая? По-моему, да. Нет, третья. Уже третья попытка. Поехали. Наваляем некросом. Атаковать. Ну и финальный бой, естественно, я хочу... Хочу провести сам. Ух ты, а что вы можете? Это только до тех, до кого ты достаешь, понятно. Так, давайте тоже колданем. Ни шагу назад. Так. Фига себе. Ух ты, блин. Гад какой. Не, нам тут надо бить ворота. Так не пойдет. Или можно сделать вот так. Подтихую. Хо.
Блин, вот гад, а. Чё ж так сильно? Надо бегом выносить личей. Пока они нам тут всю малину не обломали. Это уже фигня, чувак. Это тебя не спасет. Там же не было наших гвардейцев. Да ну нафиг. А чё так сильно-то? Это так мало. Это высшая справедливость бьёт. Как же личей-то... Мне что, нужно башню разрушать, чтобы личей убить? Вы что, издеваетесь? Ну-ка, давай с ответки. О-о-о. Так. О, красава. Блин, вот гад. Ну-ка давай-ка вот по этим фигач. Я знаю, кто в этой битве у нас затащит, ребят. Я вам отвечаю. Так, все ломаем башню. Там сраные личи сидят. Которые что-то уж больно слишком сильные. Thank you.
Эх. Давай уже. Все, наконец-то. А, то есть это вот мы вот так вот убиваем башню и тем самым убиваем всех, кто на ней находится. Ля, я думал, они сейчас просто спустятся, их придется еще отдельно дамажить. Интересная механика. Так, продолжаем. Что, остались воины костяные? Все. Блин, он еще там воскресил. Отлично. Костяные воины минус. Ну и осталось 60 упырей. Сейчас мы их раскидаем, я думаю. Ну, они сами решили умереть. Все, господа. Вот такая вот победа. Вот такая вот... Что это? Браслет? На чьих крыльях, Елата или... Эльрата, ты отправишься к Асхе. Твое личное дело. Я вижу, ты готов дать мертвому выбирать. Но как насчет живых? Я вернулся не за мертвых сражаться. Я отменил свои приказы относительно церкви Елата. Но рыцарь должен в первую очередь повиноваться господину. Ведет ли он его вниз в Шио или вверх на луну Асхи? Речи истинного герцога Грифона. Теперь ты достоин своего наследства. Убей меня еще раз, если хочешь. Я почту это за честь. Иди с миром, барон Джорджи. Ты верой и правдой служил своему герцогу. И нам будет тебя не хватать. Отлично, отлично. Наконец-то начинается война, достойная моего возвращения. Слепые братья предсказали затмение только через 3 года. Они также предсказали, что мы проиграем эту войну. Думаю, кое-кто просто не захотел дожидаться такого исхода. Неужели ты как-то изменил время затмения? Ускорил его? Нет, я тут ни при чем. Это дело рук Кирилла и Сары. Я и не думал, что они так высоко замахнулись. Вы это сделали, чтобы войну можно было выиграть. Королевство Асхана уже дерутся между собой за власть, как ваш отец и Герхард. 7 городов и некроманты движутся к неизбежному расколу. Наги и орки готовятся к войне, и даже безликие поигрывают с эльфами. Малейшее промедление, и все было бы потеряно. Но мы не готовы. Либо мы будем биться сейчас, пока у нас есть силы, либо в руинах после нас будут править безликие. Победа! Отлично! Давайте я на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик, контакты, ссылочки в описании, ссылка на пулис данной игрой, также на остальные пулисты будет в описании. Ну а следующую карту уже начнем в следующем выпуске. Ну а с вами был Ученый Психиатр. Всем до встречи. Всем пока.